Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Я із задоволенням вітаю наступного гостя нашої студії. Цікава людина. Є що сказати. Це журналіст і блогер Олександр Чернов. Пане Олександре, доброго вечора. Дякую, що до нас завітали. Ну, я скажу, що були у Слов'янську, ви у полоні у Стрілкова. Якщо в людей, в наших глядачів будуть з приводу цього запитання, можна цієї теми торкатися? Бо це вкрай непроста. Я можу собі уявити тему, але тим не менше. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Оскільки ви людина, яка прекрасно знає ситуацію тут у центрі і ситуацію на сході, в цих регіонах, які сьогодні під такою от катастрофою, якщо так говорити, то я хотів би зразу з теми переселенців розпочати нашу розмову. Наскільки всі, скажімо так, інтереси враховані? Що в соціальному плані? Бо переїхати з помешкання, яке людина 20-30 років будувала, лілеяла, як кажуть, да, кудись просто, кудись, то це, принаймні, як мінімум, треба бути, ну, впевненим, що ти не просто кудись приїдеш, а тобі скажуть, ну, і ти і приїхав. Як в цьому плані держава наша? Спасибо за приглашение в студию. И очень актуальный вопрос. К сожалению, я сам являюсь вынужденным переселенцем, а, в общем-то, будем называть вещи своими именами, беженцем. Угу. Поэтому мне эта проблема знакома изнутри. Так. И, к сожалению, немало моих земляков, и в том числе те, с которыми я уже встретился здесь. Сначала я побыл 2 месяца в Днепропетровске, вот уже полгода я в Киеве. Угу. Со множеством людей пересекся, и все более убеждаюсь в том, что, к сожалению, существует масса проблем в социальной сфере, именно связанной с обеспечением, с адаптацией вынужденных переселенцев. Любая социальная сфера, связанная с переселенчеством, ну, по энциклопедическим, скажем так, составляющим, включает в себя 3 основных аспекта. Первое – это адаптация, второе – это компенсация, и третий, который условно можно назвать сатисфакцией. Сатисфакция или, скажем так, удовлетворенность от переселения, и удовлетворенность, не сожаление о том, что ты покинул свою родину, это особо болезненная и интимная тема. Она... Ну, сатисфакция без первых двух, она просто априори невозможна. Да, адаптация, компенсация, тоді вже и сатисфакция. Она абсолютно, правда? Да, невозможно без вот первых двух, которые можно назвать фундаментальными составляющими этой троицы. К сожалению, если то, что касается психологической составляющей адаптации, то есть то, как население, ну, по крайней мере, Киева, Днепропетровска, там, ну, те города, в которых я эту проблему изучал, интересовался, принимает переселенцев, разумеется, косяки, что называется, бывает, человеческий фактор, ну, присутствует. Так. Точно как и, ну, согласитесь, далеко не все переселенцы – это ангелы. Есть, в общем-то, и околосоциальные элементы. А вы же недалеко все и демоны, правда? Да, но в целом население относится весьма лояльно. Тому примеры множество волонтерских организаций, которые помогают переселенцам, причем на абсолютно безвозмездных основаниях. Особенно в этом плане выделяются юристы, нотариусы и врачи, которые в буквальном смысле, что называется, ну, можно сказать, в ущерб своему бизнесу. Вы знаете, вы вот 3 кити, скажем, вот назвали, да, адаптация, компенсация, сатисфакция. Сатисфакция, зрозуміло. Я на перших двох хочу звернути увагу вже в нашій розмові і нашого глядача. Зараз, до речі, послухаємо запитання. Власне, як з адаптацією і як з компенсацією? Оскільки... З компенсацією... Давайте послухаємо запитання, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Прошу, пане Ігор. Пане Олександре, хочу виразити своє вам повагу за те, що ви таку нелегку, непросту справу взялися і це все побували, і бачите, і знаєте. У мене таке питання, 2 коротенько. Перше, продивившись десятки, а може не 100 репортажів, і оцих людей, як вони розказують на камеру, донечан, луганчан, я жодного разу, повторюю, жодного не почув, що вони обіжаються на корупцію, на чиновників свавілля. Оце для мене, вибачте, загадка. Невже їм це якось, ну, не болить, не безпокоїть? І друге питання. От ви дуже правильно зацепили, можна сказати, ці питання, що мене цікавить і не тільки мене. От все-таки я чую часто, на жаль, з достовірних, як кажуть, істочників, так, що людям помагають, людей приймають, несуть їм, як кажуть, останнє. А у них все одно оця червоточина,
Прекрасне запитання. І правильно сприймаєте, бо це тут дуже-дуже часто порушується таке. Мовляв, ставлення хоч і допомагають, але от, ага, от це ж от, от ті, от, да? Прошу, будь ласка, пане Олександре. Согласен, вопроси хороші. Ну, тоді вже з першого, так як прошу, прошу. Менее об'ємен. Значить, ну, що касається істинності утверждення о том, що всі довольні. Ну, діло в том, що не всі довольні. Буквально от на прошлой неділі на каналі ICTV репортаж, в якому я приймав участь, я і кілька переселенців чітко висказались о недостатках соціальної політики по отношению к переселенцам. І, в общем-то, существует общественные организации, созданные из тех же переселенцев, одна из крупнейших, это Комитет патриотических сил Донбасса, так, которая четко поднимает ту же проблему, очень актуальную проблему, что по отношению к вынужденным переселенцам из Донбасса, ну, так как они именно донбассовцы, хотя, в общем-то, тоже касается и переселенцев из Крыма. По отношению к вынужденным переселенцам на украинских территориях делается недостаточно. К сожалению, делается недостаточно. И многие люди, по очень точному выражению, многих людей, которые сначала эмигрировали в Украину, ну, можно сказать, выехали на свободные территории украинские, с оккупированных, у них садятся батарейки. Я знаю лично таких людей. Вот за прошедшие 3-4 месяца 5-6 человек из Днепропетровска, из Киева, моих знакомых, сначала выехавших сюда, которые возлагали надежды на, что называется, новую жизнь на свободных украинских территориях, они просто вынуждены были, не потому, что они захотели или разочаровались в Украине, они вернулись из-за, ну, отсутствия какой-либо материальной поддержки. Ведь по сути, ну... Скажите, тим не менше, ну це ж не все так просто, правда? От так от приїхати сюди, ну, грубо кажучи, з іншого боку і держава має відповідальність нести за те, що вона має робити для цих людей. А недостатньо робить. От як зрозуміти, наскільки недостатньо? Ну, я розумію, за якоюсь шкалою це глупо, да? Але, ну, от, ну, недостатньо могу, це як? Да, я от, можу привести, ну, конкретні приміри. Ну, от я Єнаківець, город Єнаківа, уже 8 місяців як під окупацією знаходящийся. Город Іванющенко, Янукович, так, і ряда. Ряда, можна сказати, печально известних личностей, так що в некотором роді символічний город. Значить, в городі Єнаківа я врач. По университетскому образованию я врач, я там 12 лет проработал. Сейчас 80% тех докторов, которые работали год назад, ну, скажем так, до всех этих событий в Енакиеве, 80% остались работать. Из этих 80% оставшихся работать, по крайней мере, половина сейчас уже в данный момент стали ярыми антиукраинистами. Причем то, что они стали ярыми антиукраинами, они не стали пророссиянами. Они ни в коей мере не стали пророссиянами, но они стали ярыми антиукраинистами. Мы зараз продовжуємо, пане Олександре, мені підказують, зараз у нас цікавий, по-моєму, глядач має бути. Прошу, будь ласка, говоріть. Здесь професор Ярослав Полак, я сьогодні приїхав з Праги, Чеської Республіки. Дуже приємно, пане Ярославе, слухаємо вас уважно. Національного університету діта Тараса Шевченка в Києві. Ну, я хотів вам сказати, що чеський народ підтримує українців, підтримує. И наш президент нехорошо говорит об Украине, но весь, почти весь народ чешский поддерживает Украину в ее борьбе против русским террористов и этим людям на востоке Украины. Пане професоре, приємно вас було чути. Дякуємо дуже за дзвіночок. О, так от, да. Ну, спасибо пану профессору. Да, дякуємо дуже, да. Приятно слышать, что 10-мільйонна Чехія в масі своей, безусловно, и там есть разные тенденции, так, в масі своей на нашей стороне. Но все-таки вернусь к вопиющей теме, тем более я ж так и не ответил на второй вопрос. Дійсно, да, так, так. Нашего собеседника. Значит, к вопросу, как так складывается, что действительно в плане социальной политики все не так однозначно и проскакивают червоточины, так называют. Червоточины проскакивают по единственной, в общем-то, основной причине, что хорошо для выходцев с Донбасса, то, в общем-то, может быть неприемлемо в культурологическом, в первую очередь, отношении для, ну, будем объективны, украинцев. То есть, вы помните, что мовне питання так натягнуто и так вытягнуто за вуха, как за что завгодно, да? Бо я не бачу такої проблеми і не бачив, відверто кажучи. Мовне питання уміло витягнуто проросійською пропагандою.
умело, подчеркиваю, очень умело вытянута пророссийской пропагандой на передний план из абсолютно несуществующей проблематичности де-факто. Привожу пример. Значит, сейчас в интернете можно найти большущую статью «Беспредел в Янакиево годичной давности», моя статья, где я фактически делаю обзоры протестного движения, антиукраинского протестного движения в своем на тот момент родном городе. Так. Периодически там проскакиваю на митингах, выступающие в основном немолодые люди, чаще даже женщины, которые рассказывают о том, что вот они всю жизнь говорили на русском языке, а теперь что это такое? Их будут заставлять говорить даже в семьях на украинском языке. А звідки их родня... Слушайте, так, значит, так, их родня их не понимает. Ага. Десяток классе, я как пропагандист, тем более имеющий опыт работы в российских сферах пропаганды, там это четко видно на видео. Значит, десяток группы поддержки в первых рядах, которые создают ударную и звуковую волну поддержки ораторши, и 5-10 человек в задних рядах, которые эту волну распространяют, подхватывают. Да, и психология натовп, натовп сразу начинает. Там описано 4 митинга. В одной статье описано 4 митинга с видеофактами, с фотофактами. На протяжении этих 4 митингов многие люди, городок относительно небольшой, поэтому 3-5 тысяч человек — это колоссальное сборище для города Янакиево. Многие люди повторялись на протяжении этих 4 митингах. И вот заметна их переформатировка в пророссийский, вот в частности, в языковой сфере. То есть к 4-му митингу эти люди уже действительно верили, что в Киеве только и ждут, чтобы вот-вот ввести языковой до того строгий закон, что они даже в собственных семьях под угрозой, ну там муссировались проблемы чуть ли не от колоссального штрафа, до детей будут отбирать из семей, если с ними эти люди... А чи не здається вам, що політичні сили певні, ми знаємо деякі такі випадки, да, де мовне питання просто возводилось, що називається, до маразму просто доводилося, да, ситуація, то чи ці політичні сили деякі, да, які от сьогодні вже не в парламенті, вони розуміли свою якусь відповідальність за це все? Бо накручуючи отакі, от, знаєте, фобію таку роблячи, ну, вони ж грали на руку, дійсно. Отут на руку точно грали, правда? Да, хороший вопрос. Как человек, проработавший ряд лет в піар-системі некоторых політсил, значит, я могу четко сказать, что многие члены политсил, даже известные члены, это, в общем-то, простые люди, которые далеко не всегда себе уясняют цельную картину даже их политического движения как такового. Ага. Поэтому вот тот нюанс, именно о котором мы сейчас говорим, мовный нюанс, это просто для ряда политсил было одним из составляющих пропагандистской кампании, которая, будем откровенны, на определенных территориях, особенно в 2010 году, чудесно себя зарекомендовал. Чудесно себя зарекомендовал. То есть это, ну, ну да, мовляв, там как бы это коряво не звучало, но да? это в данном случае это бизнес чистейшей воды. Это политические технологии, политбизнес, политпиар чистейшей воды. Дивіться, ми, і це мені просто, я з гордістю це зараз скажу, в нас тут телефонують, ви ж чули, навіть чеські професори, які приїхали. Ну, він тут, але з Чехії ж приїхав. Від ЧОПа до Донецької області, до деяких міст. Коли в Криму нас дивилися, хоча ми називаємося телеканал «Київ», але дивиться то вся Україна, дивилися і там. І дзвінки були, я пам'ятаю, і Сімферополі, і Севастополі, і Ялта, і Євпаторія. Ну, зараз всі ж розуміють прекрасно, що в Криму там свої телеканали. Але тим не менше, я так от дивлюсь на обриси цих дзвінків. Люди звідти, коли телефонують, вони дійсно не до кінця розуміють взагалі, що тут в центрі відбувається. Ми дійсно різні. От ви звідти, але ви скільки вже місяців тут? Ви ж спілкуєтесь, да, з людьми. Ну добре, ви ж спілкуєтесь зі своїми колегами, з журналістами, з блогерами і просто з людьми на вулицях. Ми дійсно, ми єдині як держава, але ментально ми дійсно настільки різні. Колосально. Колоссально. Да. Это я могу четко. Сейчас уже спустя 8 месяцев своего, в общем-то, весьма активного общения с разноплановыми в разных сферах людьми, начиная от здравоохранения киевского, скажем, и днепропетровского здравоохранения, и заканчивая медиасферой, в которой я вращаюсь, в общем-то, последние месяцы. Разница колоссальна. Наглядный такой пример, значит, именно вот
по сфере пропаганды так, очень актуальная. Значит, буквально на прошлой неделе по украинскому интернету, укрнету, проскочил ролик, своеобразная ответка на очень насумевший месяц назад в интернете ролик «Я русский оккупант», где Россия, я думаю, и вы наверняка об этом слышали, так, где сначала россияне возвеличивают себя, вроде как саркастическим намеком на то, что они оккупанты, а на самом деле они освободители, возвеличиватели. Украинская ответка состояла в том, что говорилось правда о россиянах, и действительно применимо, что они действительно никакие не освободители, а оккупанты. Я знаю ситуации, в частности, по донецкому интернету, по интернету ДНР. Ну, у меня, в общем-то, остались знакомые, даже блогеры, которые сейчас на территории донецкого интернета работают, в общем, в этой сфере. Результат был абсолютно обратный. Насколько вот этот ролик, ответка украинская, был положительно воспринят западным украинским интернетом, и даже, в общем-то, киевским массе своей, масса просмотров, масса положительных отзывов. Настолько же негативная была и, в общем-то, даже рост антиукраинских настроений в сфере ЛНР. Один той самый ролик, правда? Один и тот же ролик. Вплоть до того, да? Что под роликами буквально со второго дня вынуждены были даже отключить комментарии, потому что такой, даже не тролльный, а искренний негативизм такой полился, что, в общем-то, он ничего продуктивного не представлял. Знову ж таки, комфортно вам поставити наступне запитання. Коли там були такі, от, знаєте, розмови, або навіть грали на цьому, мовляв, там Донбас годує на всю Україну, це якби одна ситуація. Коли говорили, що Україна або центр, да, Донбас не чує. Чому центр не чув Донбас, якщо так воно було? А я так от роблю висновок, да? Що, власне, так воно, в принципі, то і було. Тому що, ну, надто якісь такі різні позиції. Якщо там сприймають як біле, а тут як чорне, одне й те саме, значить, щось в підходах різне, правда? Прошу, будь ласка. Да, отлично, опять-таки, отличний аспект. Дело в том, что не чув, к сожалению, надо употреблять и в настоящем смысле. На сегодняшний день, к сожалению, подавляющее большинство, ну, можно сказать, истеблишмента Западной и Центральной Украины, они не слышат юго-восток Украины, к сожалению. По крайней мере, то, что вот касается социальной и информационной сферы. По информационной сфере еще один ярчайший, интереснейший пример приведу. Значит, конец января, вы наверняка об этом слышали, случай о банке с медом. Старик принес на границе с ЛНР, выбухивка в банке. Значит, об этом, следуя законам объективности жанра, что называется, журналистики, официальный сайт Луганской администрации пана Москаля, ну и, разумеется, я уверен, это не пан Москаль лично, но его пресс-служба разместила информацию. Да. Значит, только тот факт, что эта информация была размещена, так поднял антиукраинские настроения на Донбассе, и на юго-востоке, в частности, был такой дичайший всплеск. Это прошло по всем телеканалам, не только России, но и по всем региональным телеканалам ДНР, ЛНР неоднократно. Вы знаете, я бы себе подумать не мог бы воспринять это лишь так, как я воспринял бы это. Это вот наглядный пример того, насколько различен должен быть даже информационный подход. Вернее, в первую очередь информационный подход. Да. Насколько люди воспринимают по-разному. Я собі, знаєте, змальовую просто ситуацію. Без консультантів звідти, отаких як ви, які не те, що знають, які відчувають тих людей, які там живуть, мабуть, знаєте, жодна пропаганда, жодна робота Міністерства інформації не спрацює. К сожалению, последние три месяца я пытаюсь донести до ряда власть имущих, в том числе и в информационной сфере власть имущих. Ну, я не претендую на какое-то эксклюзивное авторство этих рекомендаций, с учетом, в первую очередь, колеблющейся, а такой аудитории большинство, аудитории Юго-Востока, в первую очередь, телевизионная аудитория. Это так называемая колеблющаяся аудитория. Это не ярые, не пророссияне, не антиукраинисты. Это просто люди, которые все больше устают от неурядиц, но, к сожалению, уставая от этих неурядиц. А политичных людей багато там? Взагалі, аполитичных много. Ну як, гора, не цікавляться, яким воно, много, ну, розумієте. Могу откровенно сказать, по крайней мере, по от Єнаківсько-Горловской агломерации, полумиллионной агломерации, это мой родной регион, в котором я 30 лет прожил, аполитизм фактически массовый.
Можете мені пояснити такий феномен? Я закликаю глядачів долучатися. 223-09-71. Мені підказують, щось там перервалося. Перенаберіть, будь ласка, і долучайтеся до нашої розмови. Можете мені пояснити? Я то знаю, за великим рахунком, бо це наша з вами сфера. Я ж тут теж, знаєте, не перші 10 років, але тим не менше. Поясніть мені, через мене, нашим глядачам, які нас, знову ж таки, дивляться по всій Україні. Як так можна, наприклад, приїхати в Київ, да, журналісту Life News, там, чи які там в них там є ще, там, да, зняти, грубо кажучи, ну як же ж так цензурніше б висловитися, да, а потім назвати це пулею, да, чи навпаки. Ну як можна от приїхати, зняти один, да, ракурс, а потім так це все замутити, закрутити, що ледь не в нас тут вже дійсно бандерівці бігають, ледь не шашками тут махають по Хрещатику, а якщо ти тільки скажеш не дякую, а спасіба, так тебе вже ледь там не на розп'яття тебе несуть. Да? Ну... Как это вообще вот можно? И как этому верить можно? Вот что самое интересное. Снегири вот эти вот, да, распятые младенцы, изнасилованные женщины в в припадке там. Знаете, я как порой читаю, у меня такое впечатление складывается, что я, наверное, у меня крыша точно, думаю, едет. Но я ж себе сразу крышу свою на место, да, а люди, что не настолько, ну, загартовані информативно, как, например, я. Прошу, будь ласка. Ну, ответ, я думаю, знакомая нам обоим фраза, people have it. То есть people have it, и этим все оправдано. К сожалению, из того, что вы сказали, абсолютно четкий стереотип, это то, что в Киеве с русскоязычным, ну, ты неполноценный человек, вот если вы сейчас ты находитесь на... Это четкий стереотип. Это я просто тем людям, которые, может, колеблются, да, которые нас там смотрят. Это в данный момент четкий стереотип. Я сейчас к вам на русском языке обращаюсь, в данный момент, да, вы находитесь на государственном телеканале, тобто це не приватний телеканал, це муниципальний телеканал, вертикаль держава, тобто ви тут спілкуєтесь російською мовою, хоч хто вам до ефіру або зараз, хоч слово сказав? Абсолютно ні. Я вже скільки разів попереджаю наших глядачів, не треба вибачатися. Ой, извините, пожалуйста, я все-таки думаю лучше на русском, я буду вопрос формулировать на русском языке. Я говорю, да, вопросов нет просто. А бачите, як натягнули це питання, правда? Ну, к сожалению, опять-таки, в сфере пропаганды я четко оцениваю, что даже если нас сейчас кто-то видит из так называемой колеблющейся аудитории Юго-Востока, они нам не поверят, и мы оба знаем, что, к сожалению, они вот этой картине, они не поверят, они наверняка подумают, что это наигранно и отрежиссировано. Ну, або це в запуск, да. Потому что, к сожалению, стаж российской пропаганды, которой обрабатывалась вот эта территория, он исчисляется десятилетиями. Проукраинской пропаганды там не было вообще, будем откровенны. Наглядный пример, ну, я неоднократно пересекался за прошедшие месяцы из Луцкой области, и с киевлянами, людьми, ну, политологами, которые рекомендовали, и, кстати, вот колоссальнейшая ошибка для аудитории Юго-Востока, это вот грядущий, к сожалению, все идет к тому, что его подпишет пан Гройсман, это запрет российских сериалов. Колоссальнейшая ошибка. Это настолько колоссальнейшая ошибка в пропагандистском плане. Ну, вообще, если там в этих сериалах там у нас такие матчи там бегают, да? Разумеется. Но я вам кажу, как людина, яка тут це все сприймає звідси, скажімо так, да? Разумеется, як там фильмы, бігають, да, за фильмы на кшталт, да? «Брат 2», ну, вы думаете, понимаете, о чем. Да, или вот или военный корреспондент, да, вышедший, кстати, снятый за полторами, полный цикл военкора, полный метр, причем высокобюджетный метр, полтора месяца. Украины, к сожалению, сериала «Нацгвардии», кстати, тоже тема, безусловно, тема для проукраинского отношения, колоссально одобряемая мною тема, но тема очень скользкая для аудитории Юго-Востока, потому что все, что связано с Майданом и «Нацгвардией», в пропагандистском отношении на Юго-Востоке работать не будет с бухты-барахты. Скорее наоборот, она вызовет отторжение. Сериал «Нацгвардии», к сожалению, снимается уже шестой месяц. Здесь, к сожалению, вот только первые четыре серии даже не презентованы, а только заявлены. То есть вот почувствуйте разницу в темпах. Там нулив было трошки. Ряд фильмов, ряд сериалов, их считанные единицы, безусловно, стоит запрещать. Но, боже упаси, сразу с бухты-барахты, даже без переходного периода, я надеюсь, что, по крайней мере, сделает переходный период на законодательном уровне 2-3 месяца, не меньше, для постепенного изъятия, убирать все
будем откровенны, весьма популярные у электората, в первую очередь, юго-восточного, сериалы о ментах, о там, ДНДшниках, о каких-то лихих, бравых парнях. Причем, будем откровенны, в принципе, в России, в российском кинематографе есть немало фильмов, я могу навскидку назвать. Ну, я разумею, які заб'ють просто цю нішу одразу ж, правда? І буду дивитися те. Ну, за великим рахунком. В общем-то, ну, что? Воно за великим рахунком і так воно. Нічого этим не добив. Ну, да. Пан Олександр, в нас є глядач, зараз ми продовжимо обов'язково. Прошу, будь ласка, говоріть. Ми слухаємо вас, прошу. Алло. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотів би услышати мнение журналіста по поводу такого. Президент заявляв, що аеропорт Донецьк пока знаходиться у нас, Київ може спати спокійно. Сдали. Потом дальше Дебальцево. Дебальцево, узел стратегический, сдали. Есть жертвы, уже ничего не изменим. А да. Те люди, которые попали в плену, которые сейчас страдают, которые сейчас по-скотски, которые разгребают это все, у них моральные, которые они когда вернутся на Украину, что с ними будет? Я бы хотел услышать мнение журналиста. Ну, моє мнение однозначно. Дуже, ну, вони люди... то в Україні і перебувають, да. Да, коли маєте на увазі сюди повернуться до своїх домівок. Я всі душі желаю, да, щоб цих людей як можна швидше освободили, і вони однозначно повинні бути признані в Україні героями. Це, ну, это, по-моєму, очевидний факт. Другое дело, що наскільки наші общі пожелання будуть відповідати реаліям, але я все-таки думаю, що препятствий для того, щоб цих людей дійсно признали героями, і к ним було відповідне отношення на общегосударственном уровне нет. Потому что даже я, выходец с Донбасса, наблюдаю 8 месяцев, я, в общем-то, в этом не откажешь, идет определенная сплоченность проукраинских сил. Но, к сожалению, подчеркиваю, на фоне вот этого колоссального положительного действия наблюдается, ну, скажем так, даже не отторжение, а отмежевание от сил Юго-Востока, от сил, скажем так, ну, нейтральных, центристских, антиукраинских, я разумею, разумеется, не говорю, это враги, и, соответственно, к ним должна быть применяться определенная тактика. Пан Олександр, я буду так дещо динамічніше, дуже цікаво з вами спілкуватися, але є купа ще, скажімо, таких тем, які я хотів би порушити і почути вашу відповідь. Журналісти в будь-яких ситуаціях, в будь-яких конфліктах, от як прес написано, ну це як блакитні казки, да, як мир, ну не те, що миротворці, це люди, які над ситуацією або збоку, скоріше над, мабуть. Тим не менше, я дивлюсь інформацію, от з України в Росію депортували близько 100 російських журналістів. 15 березня СБУ затримала оператора «Новоросія ТБ». До речі, «Новоросія ТБ». Ну, ТБ вже в них там є. Все як має бути. Тим не менше, наскільки оці хлопці, да, російські журналісти, або, там, наприклад, там, «Новоросія ТБ», що це таке, можуть бути, ну, не лише журналістами, ви розумієте, про що я. Бо журналіст може багато чого зробити. Я понял. Це людина підкована, знає, як вплинути на аудиторію в будь-якому випадку. Я да? понял ваш Прошу, вопрос. Ну, значит, сразу о Новороссии ТБ. Новороссия сейчас на территории ДНР три телевизионных канала. Три полноценных телевизионных ДНРшных канала. Вот на базе 112 канала Донецкого, на базе Юнион ТВ Макеевского. Кстати, вот Новороссия ТБ, это самозваным недогубернатором Павлом Губаревым на деньги частных предпринимателей год назад на базе Юнион ТВ, в общем-то, започатковано вот это Новороссия ТВ. И третий канал телевидения ДНР, который, по сути, сейчас вещает на базе 27-й государственной ранее государственные частоты. Значит, колоссальная проблема, я считаю, всего на Донецкую область два мощных телетранслятора. Это Донецк и Старобешево. Так. Причем оба они стоят на удалении нескольких метров, сот метров от ближайших жилых массивов. Оба могут быть без проблем раздолбаны. Проблема этих трансляторов в том, что они настолько мощны, что с них минимум на 100-120 километров, даже на неоккупированные территории поступает сигнал. И масса людей, это я четко могу заявить, потому что это, к сожалению, является проблемой, масса одурманенных еще со времен Януковщины людей, пророссийских настроенных людей, продолжают на комнатные антенны принимать
Вот эту нечисть, чтобы вы понимали все масштабы проблем. Кроме этого, значит, по поводу журналистов и пропаганды, я ж понял, в чем состоит. Ну, так я же про это же кажу. Скажу вам честно, не держал свечку, но я не удивлюсь, если, грубо говоря, из каждой отдельно взятой сотни репортеров 50 человек – это профессиональные российские пропагандисты, присланные сюда. Непогано. Из остальных 50 человек, 30 человек – это в буквальном смысле занимающиеся фанатично любимым, интересным делом за еду, в буквальном смысле, на волонтерских основаниях, не состоявшиеся при Украине выходцы из местного населения. Ну, не до журналисты, не до репортеры. Наглядный пример, наверное, слышали случай 2 недели назад, был якобы похищен, по всем сепаратистским сайтам пошла информация, Дмитрий Гау, так называемый. Дмитрий Гау сейчас это считается один из самых влиятельных военных экспертов Донецкой Народной Республики. Еще на год назад Дима ничем особым не выделялся, кроме как был прорабом на российских шабашилствах. А вы бачите, вони якось так широкі, щоб ви себе, да. Усі якось не виділялися. Тут якісь кури там продавав, да? Ну, якісь кури, а 20 мільйонів в місяць оборот, согласитесь. Вот вам якісь кури, да? Это не якісь. Да, это не якісь кури. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Слухаем вас уважно, прошу. Я беспокою вас с Киева. Я уже пенсионер. Вот, и хочу задать вам один вопрос. Значит, по телевидению и в интернете прошла такая информация о работе Русалкиной, такой доктора наук Русалкиной, которая продолжала работу своего мужа, профессора Русалкина. Там система такая о вопросе пропаганды. Пропаганды на подсознательном уровне система «ты так думаешь». И вот когда я посмотрел на своих всех родственников, у меня половина родственников в России, это сплошное, на мой взгляд, кодирование, которое сделано вот по такой системе. По системе «я так думаю». Но, что самое интересное, когда я с ними говорю, что это не так, у этих людей начинаются страшные головные боли. Ну, можливо. Дякуємо, ми зрозуміли. Ну, не знаю, як ви прокоментуєте, бо я ж чув там, і ви так само, і 25-й там кадр, мабуть, вже і 26-й там вже винайшли. Тим не менше, оце кодування, і ми ж говорили про психологію натовпу, як Гітлер починав, да, свої виступи. Тихо, потім озак заводив, і вони готові були, я не знаю, летіти просто, змітати все. Є політтехнологічні і технологічні різні речі щодо кодування. Значит, ну, то, что касается кодирования скрытым каналом, скрытым кадром, извиняюсь, это очевидный факт. Ну, с этим даже не серьезно спорить, это очевидный факт, причем это используется не только в политических технологиях, это, в общем-то, и использовалось, сейчас, как говорится, крупным рекламщиком Донбасса не до этого, а это использовалось и на Донбассе, и в том же России, в обычных рекламных целях. Это, ну, об этом это нет смысла отрицать. То, что касается именно политических технологий, то, в общем-то, принципы пропаганды не меняются еще со времен Киплинга, со времен Бисмарка и потом переняты тем же Гитлером. Знаменитая фраза, сказанная Гитлером, потом неоднократно повторенная Геббельсом, чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. То есть пропаганда ориентируется на две вещи. Любая пропаганда, причем это не ее негативное качество, чем это просто пропаганда. Абсурднее, чем будет звучать. Наверное, значит, да? Это всеобщность и это легкодоступность. Угу. То есть, грубо говоря, без этих двух составляющих она не работает, а, соответственно, если присутствуют эти две составляющие, то пропагандой можно сделать все, что угодно. Само по себе пропаганда – это не фундаментальная наука, это лишь средство применения фундаментальных дуже наук. До вас такие вот запитания, мне выдается надто важливо. О, дивіться, передавачи, я розумію прекрасно, є там три телеканали, я розумію, яка там мета, що вони говорять, хоча, звичайно, не дивлюсь, бо що ж я там для себе нового візьму, коли я і сам тут все ж таки не просто ж сижу і говорю правду, до речі, а не лялякою, аби налялякати. Якщо навіть би зруйнували ці ретранслятори, ці передавачі, і якщо, і це було би нормально, от українські канали з нормальними прямими ефірами, з нормальними відвертими гостями, да, з прямим ефіром, з дзвінками, туди би пішли.
Ну я ж відсотків 300 зразу можу дати, що нас би не дивились або сприймали, що ми, мабуть, трохи тут ну, з головою в нас не так. Бо якби я сказав, що немає тут бандерівців, так мені просто б ніхто б не повірив. Да? Сказали би, а он теж тут на українському язикі говорить, ну там що ти йому хто-то, подета, от там що-то. Да? І от як я можу довести тим людям, що я дійсно з вами, я вас, по-перше, ну, вчора чув у включенні, да, в прямому ефірі. Я вас вперше бачу, і ми вперше з вами в студії прямого ефіру. Ну от як я можу їм довести? Це, мабуть, треба якось чи ну, ілюструвати, чи щоб вони тут просто бували і дивилися і самі на власні очі, на власні вуха, і чули, і бачили, яка тут ситуація. Як так переконати їх просто? От які тут рецепти можуть бути просто? Давайте, время, я понял, мало вже, а вопрос очень-очень, фактически, это то, ради чего в основном я хотел сюда прийти. Значит, на данный момент, две минуты, прошу, не перебивайте. На данный момент аудитория оккупированных территорий потеряна. Надо ориентироваться в первую очередь на колеблющуюся, а такой 80% телевизионную и интернет-аудиторию юго-востока Украины. В первую очередь прифронтовых территорий и особо проблемные мегаполисы. Их не так много. Это Харьков, Кривой Рог, Запорожье и Одесса. Угу. Там, где ситуация хуже всего. Значит, то, что касается фундаментальных принципов. Первое, что необходимо уяснить, к сожалению, чего я не наблюдаю, это то, что телевизионная аудитория радикально отличается от интернет-аудитории. Соответственно, методы воздействия должны быть разнонаправлены. То, что хорошо для интернет-аудитории, может не подходить для телевизионной. То, что хорошо для телевизионной аудитории Юго-Востока, в корне не подходит во многих случаях, не во всех, но во многих случаях в корне не подходит для аудитории проукраинской, аудитории, скажем так, остальной Украины, центральной и западной Украины. Значит, разумеется, если мы сразу пустим в эфир проукраинские фильмы, проукраинские программы с запретом, неумным запретом российских телеканалов, телепередач, мы просто отпугнем аудиторию Юго-Востока, она в массе своей, в массе она просто отшатнется от Украины, а частично даже переметнется в пророссийскую аудиторию. Ну, это факт, это очевидный факт, за десятилетия сформированы особенности этой аудитории, его глупо сейчас отвергать. И, к сожалению, вот я не вижу в Киеве, чтобы вот это учитывалось. Потому что для того, чтобы учитывать, нам нужен тщательный, поэтапный, но быстрый переформат. Это этапы займут 3-4 месяца при тотальном по всем местным каналам внедрении определенных, ну, скажем, будет откровенный шаг. Первый шаг. Значит, надо делать упор не на то, что вступая в Национальную гвардию, как это неверно делается по отношению к Юго-Востоку, пропагандистские. Эти ролики, безусловно, хороши, пропагандистские на Западе Украины. Но они абсолютно не играют на Юго-Востоке. Тому наглядный пример, по крайней мере, два человека моих земляков мне позвонили, им на блокпостах в ДНР за последние две недели выдавали распечатки с агитацией на Нацгвардию. Во-первых, в корне неверно преподнесено на украинском языке, украинский язык уже враждебность отторжения у многих там вызывает. Во-вторых, в корне неверно преподнесено само понятие Нацгвардии с намеком на «мы пам'ятаємо 33-й рік, непростимо, мы непростимо собі кожну каплю Сибиру». Ну, я думаю, вы, наверное, поймете, о чем я говорю. Да, я все разумею, да, прекрасно. Так. Собственно, вот эта серия, она чудесно разработана для Луцка, но она в корне не подходит для Донбасса. А наоборот, она отвергает Донбасс еще больше. Там нужно особый упор делаться на ужасы войны. Ужасы войны, но ни в коей мере на какую-то якобы спильную с Донбассом украинскую историю и на, боже упаси, очернение советской истории. Совковые стереотипы там очень сильны. От них никуда не деться. Совковое поколение, поколение 50 с плюсом, которое, в общем-то, составляет основную телевизионную аудиторию и абсолютно фактически не кучкуется в интернете. На него сейчас надо работать, потому что оно, в общем-то, и составляет вот этот костяк. И, в общем-то, будем откровенны, оно более всего виновато в том, что сейчас происходит. Вторым и по значимости, по виновности, наверное, все-таки виноваты мы, 35-45 поколения Пи. Причем, к сожалению, Пи здесь не Пепси, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. На жаль. Послухаємо, в нас з Херсонської області, мені підказує дзвіночок. Прошу, будь ласка, говоріть. Будь ласка, перенаберіть. Просто такі речі, які говорив наш гість, тут просто, знаєте, треба просто було слухати отак, от з комою і з крапкою. Перенаберіть, будь ласка, в нас є ще час і 5 хвилин. І я чую, от зараз у нас буде вже наступний глядач. 223-09-71, будь ласка, могу розказати. Долучайтеся, вже з'явився в нас глядач. Зараз, прошу, будь ласка, говоріть. Добрый вечер. Добрый вечер.
скажите такой вопрос. Почему вот эти все из Донбасса люди, которые едут, допустим, на украинские территории, получают пенсии, регрессы, если им Украина не такая? И вообще надо отменить, наверное, регрессы. Они же получали деньги, когда шли в шахту. Если Украина не такая? Рабочий получал 200 гривень, рублей. Так, да, цікаве запитання. Дякуємо дуже, ми зрозуміли, пане Олександре. Не всі ж, да, не всі, да, ж їдуть, ну, так, як, наприклад, ви, да? Хтось поїде, тому що їде, да? Діло в тому, що, ну, не особо ошибусь в сторону преувеличення, якщо скажу, що 2/3 так називаємих переміщених зареєстрованих лиць, на самом деле, вони просто перереєструвались, а продовжують проживати і періодично раз в місяць-два наїжджають на українську територію за от пенсіями, регресами, соцвиплатами. Україна їм однозначно подавляючим більшості не така, о причинах ми вже говорили, тому що проукраїнської пропаганди там нет. Там є, а останній рік в особливості то пророссийская, антиукраинская, причем на колоссальном уровне возведенная, ну, это там высший уровень виртуозности пропаганды. Level 100, там, да, то есть, да, да? Да. Ну, разумеется. Да. Значит, то, что касается не платить этим людям, с одной поправкой. Люди, и об этом, кстати, говорит патриотический, комитет патриотических сил Донбасса, очень грамотно говорит, переселенцы, которые выехали в Украину, должны чувствовать себя однозначно лучше и в финансовом, материальном и в моральном отношении, люди, чем те, да, переселенцы, которые просто перерегистрировались, но по ряду причин вернулись там. К сожалению, в данном аспекте Украина работает недостаточно. Но об этом я уже сказал. Я понимаю, что у государства на данный момент, и, в общем-то, не один я, а не надо считать людей глупцами, многие понимают, что у государства нет денег. Но, к сожалению, когда видим, что наглядный пример по Янакиеву, Горловке, Торезу, оккупированным городам, когда доктора, 80% докторов, которые остались там, последние, по декабрь многие больницы вообще получали, работая на территории ДНР, в том числе и госпиталями, террористическими оккупационными госпиталями, они по декабрь получали зарплату. Только потому, что они были перерегистрированы как юрлица, и их бухгалтера раз в месяц отвозили туда. У нас меньше часу, пан Олександре. Я буду вважати цю передачу незавершеною, якщо я не попрошу у вас поради, навіть і в цій передачі. Подивіться, говорити правду ми її говоримо. Говорити так, як воно є, ми намагаємося. Я маю моральне право говорити на ті чи інші теми. Я не член і ніколи не був жодної політичної партії, немає жодної громадської організації, тобто я працюю, я професіонал, як кажуть, до мозга кості. Але пропаганда – це одне, а правда – це інше. Правда одна, пропаганда, як ви сказали, на левел 100. Як нам вигравати інформаційні війни? Якщо брехати ми не хочемо, а пропаганда, теж, знаєте… Ну, а правда, не завжди сприймається. Необходимо четко уяснить опять-таки истину, что пропаганда – это не враг правды. Существует и честная пропаганда. Пропаганда – это отнюдь не ложь, это не синоним лжи, боже упаси. Пропаганда – это способ использования объективных данных, то есть способ использования правды. Как вы пользуетесь, то есть, грубо говоря, если вы пользуетесь во благо информацией, которая у вас имеется, вы, безусловно, на верном пути. Соответственно, если вы пользуетесь ей во зло, то, соответственно, вы зло. В этом плане чудесную фразу сказал Черчилль, что в военное время правда столь драгоценна, что ее должны охранять караулы лжи и караулы молчания при необходимости. То есть не все, что выходит наружу, даже если это соответствует объективным фактам, оно однозначно вот в данный момент для данной аудитории однозначно подходит. И вот, к сожалению, об аудитории я много сегодня сказал, насколько она различна, насколько она отличается. Тобто, в принципі, не вся інформація, не завжди в повному обсязі можна щось і давати. Воно не буде надто корисно. Якщо, ну от я просто знаю, деякі мої колеги говорять, от там, наприклад, жертви. Чому там ця тема якось або применшується жертви, або кількість не та називається. Треба говорити, а можливо і не завжди це варто робити. Ну, насчет жертв, значить, очевидний факт. Я це як приклад просто я дав. Насчет жертв, да. Дуже коротко, пан Сергій. Ученко, 30 секунд. Значить, Янаківа 130 тисяч населення. На даний момент недостовірно звісно о двох янаківцях. Один воює в Нацгвардії, один в регулярних українських частях. Я рад, що, якщо узнаю о п'яти хоча б нацгвардійцях. Мне достоверно известно минимум о 150 янакивцев, которые воюют уже не первый месяц в ополчении.
Минимум 200 инакинцев за весь этот период уже погибло. От тут вам і, да, а факти, вот, як кажуть, упрямо є вещь. Пан Олександр, така була розмова. Дякую вам дуже за те, що ви до нас прийшли. Дякую за активність всім нашим глядачам. Журналіст і блогер Олександр Чернов був гостем передачі «Столиця». Зараз пауза, і після неї ми знову повертаємося і продовжуємо нашу програму. Будьте з нами.